Скандальный судья Чаус, любитель хранить доллары в трехлитровых банках на свободе. Как сообщают СМИ, в Молдове истек срок его содержания под стражей. Он уже неделю как на воле, однако это не значит, что Кишинев отказал Киеву в его экстрадиции. Чауса отпустили, поскольку действие постановления суда закончилось. В НАБУ и САП, которые ведут дело судьи, информацию нам не подтвердили и не опровергли. Попросили подождать до понедельника. Напомню, в августе Чаус погорел на взятки в 150 тысяч долларов. Полученные зеленые он законсервировал в банку. Пока парламент был на каникулах и не мог лишить судью иммунитета, Чаус успел скрыться. Позже объявился в Молдове. Сам сдался местной полиции и вскоре попросил политического убежища.